Всем привет! В этом видео я хотела бы вам рассказать о своих сегодняшних покупочках. Буквально пару минут назад я зашла в квартиру и сразу же хочу с вами поделиться своими покупками. Была я в магазине Ева. Такой магазин, я думаю, кто живет в Украине, знает отлично этот магазин. Итак, что я там сегодня купила? Начну, наверное, из уходовых для тела. Купила я два вот таких вот геля для душа. Я в магазине попробовала их запах, то есть на запах. И я просто хочется взять и выпить его, не оставляя ни капельки. Запах просто. Даже вот соки, которые фруктовые, там виноградные, вишневые или персиковые, там разные, не так вкусно пахнут. Даже жвачки не так вкусно пахнут, как вот эти вот гели для душа. Это Fresh Juice, вот такая вот фирма. Здесь 170 мл, это маленький объем. Как я поняла, даже сок клюквы и тростниковый сахар. Вот такой вот запах просто неимоверный. Честно сказать, я взяла его только из-за запаха. Но у меня был уже один такой гель для душа этой же фирмы, но с другим запахом. Мне, если честно, очень понравился. Это гель для душа с 33% увлажняющего масла плюс витаминами. Вот такой вот один с соком клюквы и один сок экзотического личи и малины. Вот такой вот тоже. Запах тоже вообще просто нереально вкусный. Очень-очень-очень понравилось. Вот сегодня буду пробовать и о впечатлениях расскажу вам попозже. Дальше еще один гель для душа. Я его купила сегодня тоже. От Palmolive, это вот такой вот гель, крем для душа, черная орхидея и увлажняющее молочко. Вот такой вот он, я думаю, все его знают, все его видели. Здесь 250 мл, запах тоже очень приятный, такой йогуртом с черникой или там со смородиной, очень-очень похожий запах. Дальше, следующая моя покупочка, это вот такой вот бальзам для волос, тоника. Цвет у меня 4.0, шоколад. Так как я надеюсь, вы заметили, что я перестала красить волосы краской. Они, я так поняла, убивают мои волосы, и они становятся очень путанными, то есть запутываются очень часто, очень сложно после мытья их расчесывать. Поэтому я решила, вот буквально месяца три я уже не крашусь, у меня, наверное, вот так вот где-то отросло. И вот сегодня я пошла на улицу, посмотрела на улице на себя в зеркало и поняла, что, о ужас, мой цвет, который был крашеным, отличается, нельзя сказать, что очень сильно, но я заметила, что отличается. Мой цвет натуральный, более пепельный, более такой темный, с сероватым оттенком. А который крашеный, он каштановый такой, с рыжим отливом. И поэтому я решила, вот, чтобы не портить волосы, я думаю, просто на корни наносить вот такую вот тонику, оттеночный бальзам. Я думаю, у меня что-то получится. Буду пробовать, попробую, обязательно покажу вам результат. Дальше, следующее, что я купила, это был блеск для губ. Вот такой вот блеск для губ от Etoile. Очень классный цвет. Он идет с обычной кисточкой. Такая вот кисточка. Сейчас покажу цвет. Вот такой вот цвет. Сейчас он у меня на губах. Что хочу сказать об этом блеске? Я его нанесла специально, чтобы сразу попробовать. Нанесла сразу же, как только вышла из магазина. Я его купила и сразу нанесла на губы.
Я ехала за блеском для губ, то есть определенно я хотела купить себе блеск для губ и специально не красилась, выходя из дому, не красилась блесками и помадами, то есть с обычными губами. Сейчас у меня губы, так как у нас прохладно довольно, губы у меня не в лучшем состоянии, они у меня шелушатся, они у меня в маленьких морщинках засохших, поэтому я решила сразу же протестировать вот этот вот блеск для губ. И что я хочу вам сказать, номер у меня 206, вот такой вот. Что это за название, не знаю. Номер 206 от Эдуаль. Что я хочу сказать об этом блеске для губ. Блеск для губ на губах смотрится очень даже ничего, но сразу же, минут через 10, он начал липнуть. То есть образовалась такая полоска, может кто-то знает, у кого там может было такое. Белая полоска на губах. То есть контур, и губы начали слипаться. Привкус у этого блеска не самый лучший. То есть большинство своих блесков, прошу прощения, большинство своих блесков я не чувствую на губах. То есть я его нанесла, и вкуса никакого у него нет. А у этого блеска такой специфический химический запах. Не запах, простите, а вкус. То есть в горле начинает першить, в горле начинает дереть, и поэтому хочется его стереть. На губах он тоже некомфортно чувствуется. То есть, если честно, цвет мне очень-очень понравился, но сам блеск мне не понравился вообще. Но я думаю, пользоваться буду, так как цвет очень красивый. Дальше следующая моя покупка была от фирмы Буржуа. Это вот такой вот карандаш для глаз, он черный, вот такой вот. Специально взяла черный карандаш, он достаточно твердый, то есть не рисуется очень-очень тяжело, можно сказать, наносится не мягко, поэтому я взяла его специально для того, чтобы наносить на нижнее веко. Дальше это были вот такие вот заколочки. У меня уже были такие, я уже такие покупала, но у меня отвалилась эта бабочка, поэтому я взяла еще один. Вот так вот они выглядят. Такие стоили не 3 гривны, поэтому грех было не взять. И вот такие вот тоже очень красивые, со стразами. Эти стоили 5 гривен. То есть, я думаю, на волосах будет отлично. И последняя моя покупочка, вот такая вот расческа, Донна фирма, здесь написано Донна, я думаю, вы увидите. Вот такая вот расческа, с одной стороны у нее 3 зубчика таких, и с одной стороны она обычная. То есть, я ее взяла специально для сумки, так как у меня волосы путаются, чтобы их не рвать обычной расческой, вот это вот. Штучка очень хорошо прочесываются волосы, поэтому я решила взять ее. И последняя моя покупочка, это вот такие вот косметические диски, но я думаю, она не особо важная, так как, я думаю, все постоянно ими пользуются, и каждый раз показывать эту покупку, я думаю, смысла нет. Вот, в принципе, все были мои покупки, надеюсь, вам было интересно. Оставляйте комментарии, подписывайтесь, буду очень рада отвечать. Ставьте пальчики или так, или может кто-то так захочет поставить. Поэтому было приятно с вами пообщаться, можно сказать так. Подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!